А в рамках 33-го заседания Ассоциации Заксобрания регионов Приволжского федерального округа участники форума ознакомились с принципами охраны правопорядка, которые практикуют полицейские и народные дружины на территории Саратова и Энгельса. Гости дали высокую оценку опыту и наработкам саратовцев. Обо всем по порядку. Александр Лысухин. Представители регионов побывали на гарнизонном разводе межмуниципального управления МВД «Энгельское», где лучшие сотрудники полиции, народной дружины и казачества, которые помогают им в охране общественного порядка, получили награды и благодарности. Гости осмотрели штаб народной дружины в Энгельсе и высоко оценили усилия муниципальной власти, которые выделили помещение и средства на содержание добровольцев. Приятное впечатление на гостей оказало посещение Центра оперативного управления нарядами МВД в Саратове. Созданная система видеонаблюдения за ситуацией на дорогах, перекрестках и в общественных местах отдыха резко снизила уличную преступность. В планах полицейских – расширение зоны охвата. Планируется в ближайшее время, значит, в течение следующего года довести, расширить сеть оптоволокон или линии связи до 184 километров, что позволит дополнительно установить 177 камер видеонаблюдения, в том числе 35 поворотных. Далеко не во всех крупных городах регионов округа существуют такие системы, с помощью которых можно оперативно вычислить и задержать уличного хулигана, грабителя или нарушителя дорожных правил. Гости дали высокую оценку увиденному. Там, где установлены камеры, где идет слежение, где идет быстрое реагирование, между собой люди, которые совершают противоправные действия, они тоже общаются, и там гораздо меньше идет этих преступлений. Приехав в Удмуртию, я непременно тоже пообщаюсь с руководством нашей республики и расскажу о вашем положительном опыте. Однако без активного участия самих граждан в охране правопорядка одна полиция не может полностью решить эту задачу. До сих пор нет федерального закона, который четко бы регламентировал деятельность народных дружин. А опыт отдельных регионов, в том числе и нашей области, нуждается в единой законодательной базе. Именно это и стало одной из тем встречи членов Ассоциации законодательных собраний регионов ПФО. Есть хорошая законодательная база для тех, кто намерен по своим должностным обязанностям. Это, прежде всего, полиция. А все, что касается населения, к сожалению, нет даже закона о народных, о добровольных народных дружинах. Нашими решениями законодателей в субъектах федерации, в том числе желание ускорить этот процесс, потому что нормативной базы региональной, муниципальной явно недостаточно. По итогам заседания ассоциации было принято решение выйти на Госдуму с предложением активизировать работу по скорейшему принятию федерального закона о народных дружинах. Александр Лысухин, Александр Шевченко, Ярослав Квитко, Вести Саратов.